Наследие снежной зимы вместе с козырьком чуть ли не сошло на голову жителям Кстова. В одном из магазинов обрушилось крыльцо с крышей. Под тяжестью снега, который скопился с начала зимы, козырек не выдержал и рухнул под ноги покупателям. Бац, звук. Смотрю, уже все вывалилось. Чуть не на машину попал даже эти. Снег упал сверху с крыши. По козырьку как дало и отвалилось. Так бы кто-то выходил сразу бы. Ну, не убил бы, но пострадал бы точно, наверное. Мало ли кто может зайти, вот это вот. Это все убьет насмерть. Слава богу, что никого не убили. Это просто чудо, действительно. Это просто действительно чудо, что это все вот никого не убило, не прибило и даже не покалечило, слава тебе, Господи. Неправильная установка вывески. Было плохо сделано, и то, что сверху как бы снег упал, а не глыбы. Все это вместе в совокупности сыграло свою роль. Так сделали рабочие, значит. Закрепили так. Видите, вот металлические конструкции, может быть, они не приварены были, а так как-то, между прочим, подставлены, чтобы только немножко поддержать. И все. А кладка, я не знаю, может быть, тоже некачественно сделана. Все равно же должны это учитывать. Если они делают козырек, значит, они должны учитывать, что он выдержит. Значит, такие рабочие. Так сделано было. Не на совесть.